I'll speak in English, and I just want to say one small thing that the lecture is not about anti-Soviet resistance, but it's about memory of anti-Soviet resistance. В качестве вступительного слова я бы хотел сказать, что эта лекция будет посвящена непосредственно не самому антисоветскому движению в Литве, а скорее памяти о нем. And I will start with a short anecdote how I got interested in this topic. Начну я с того, что расскажу небольшой анекдот о том, как я вообще оказался в этой теме. Well, I got interested in the topic of suffering, and I noticed that it's so different compared what we see in Russia, Lithuania, and then United States of America. Изначально я заинтересовалась темой страдания, и я обратил свое внимание на то, что эта тема воспринимается в России, Литве и США совершенно по-разному. И что люди чувствуют себя по-разному, да? Одни страдают, а другие как-то не страдают. Тогда я спросила антрополога Нэнси Рис, как можно объяснить, потому что люди так себя чувствуют в России. И она написала книгу, которую назвала «Russian Talk». It's about laments. Laments, how to translate, I don't know in Russian. Она написала «Russian Talk», did you say? Mm-hmm. Книга называется «Русский разговор», и она посвящена теме русского, так сказать, реквиема, скорее, плача. Плача, да. И она сказала мне, это все религия. А я сказала, ну в Литве они, у них другая религия. Но тогда сказала, это влияние из России. Потом я спросила историка, и он сказал, ну ты посмотри на историю этого региона. Все войны, страдания, так мы можем и объяснить. А потом я спросила Марка Липовецки, литерат, и знаете, писатель. Что он сказал? Писатель или публицист, критик. Uh-huh. А он сказал, что это все Достоевский. Так я подумала, что я поищу своего ответа, и это будет мое тоже антропологический взгляд на почему люди страдают, почему они так все это говорят про страдания в Литве тоже, как это связано с историей, с политикой. Well, now I'll try to speak in English. Теперь переходим на английский. So in the summer of 2015, I was in this small cemetery in the southern Lithuania. Летом 2015 года я посетила кладбище в одной из деревень Южной Литвы. And there was a grave of one of my former informants. И там была расположена и до сих пор расположена могила одного из моих бывших информантов. Her name was Elena, and I was lighting a candle on her grave when I was approached by another strange lady, Maria. И я как раз ставила свечу на ее могиле, когда ко мне подошла другая женщина, мне неизвестно, ее звали Мария. Мария told me that her family was deported, that her father was deported to Siberia. Мария рассказала мне о том, что ее семья также была депортирована, в частности, был депортирован ее отец. И она начала рассказывать немножко свою историю и сказала, что она that I used to stand on a road and wait for my father to come back. Она рассказала мне о том, что ей в детстве приходилось иногда выходить на дорогу, и она смотрела вдаль и ждала, когда вернется отец. Elena was also from a family of deportees, the lady at whose grave I was standing. Елена была также из семьи депортированных, та женщина, которой у могилы, которой я стояла. She was deported at 16 years for being a liaison to Forest Brothers. И она была депортирована в возрасте 16 лет за то, что оказывала поддержку лесным братьям.
I met Maria in a year later, and at that time I had just a question. Only when we kind of split, did she really suffer like this in Soviet times? Did she use that discourse of suffering? И год спустя мы встретились с Марией, и я ее спросила, а испытывала ли она действительно страдания в те времена, в советские времена? Было ли то, что она переживала тем страданиям, к которым мы привыкли в современном дискурсе? Well, this was my question that I had to Maria. I didn't ask her directly this. Да, но этот вопрос не был напрямую задан, но это был темой нашего разговора. Suffering may appear to be beyond culture and politics. And many people can relate to the stories, and it will be similar to stories told in other parts of the world, where local populations are caught in the turmoil of wars and violence. Разумеется, часто страдание как тема воспринимается как нечто вне политики и вне культуры, потому что многие могут почувствовать себя частью этой истории, ведь она не раз повторялась в других уголках планеты, когда мирное население оказывалось вовлечено в массовое насилие и войны. So in this lecture I will argue that such memories of suffering like Maria's are not beyond politics since they interconnect with the official history legitimating Lithuania's sovereignty. И в своем докладе я попытаюсь доказать обратное в связи с тем, что в современной Литве память о депортациях является память о депортациях и страданиях является частью идеологического обоснования проекта литовского суверенитета. First, I will talk about institutionalization of this discourse about suffering of deportees and political prisoners, and then I will switch to the history of the local community and people's memories. Я начну с разговора о том, как эта память была институализирована в современной Литве, а потом мы переключимся на реальную память, ту, которая сохранилась в небольшом деревенском сообществе на юге Литвы. So, well, first, a few numbers. Some of you might know, others not. This is how it's usually presented in the Lithuanian history. And you could see MGB and KGB data, as well as Lithuanian historians, one of the major historians, Anušauskas, who did research on these topics, calculations. Начнем мы с некоторого количества цифр, которые были извлечены из советских архивов. Мы с ними до сих пор можно ознакомиться, и большая часть их была извлечена литовским историком Каушаускасом. И цифры таковы. 34 массовых депортаций. Да, значит, первое, вот если мы посмотрим на слайды, то мы увидим, что первая депортация была 14 июня 1941 года, это довольно важная дата, мы к ней потом вернемся. И после нее было 34 других волны депортаций, в которых, в общем, были депортированы буквально почти полмиллиона литовцев, из них я прошу прощения, это я смотрю просто на другие цифры у меня в бумажке. На самом деле, полмиллиона литовцев пострадали от советских репрессий в целом, а депортированы были действительно 110 тысяч, или примерно 30 тысяч семей. И это означает, что каждый третий взрослый литовец, или каждый второй мужчина, каждая восьмая женщина, каждый 15-й ребенок, согласно Анушкаускасу, извините. И за период с 1941 по 1952 порядка 28 тысяч литовских депортированных погибли. И с 1945 по 1958 5 тысяч детей погибли. И это все основано на некоторых неполных данных, которые это некоторые экстраполяции, если я правильно понимаю, из тех архивных данных, которые Анушаускасу удалось извлечь для своего исследования. And deportations remain a secret. They are known only in intellectual circles and among dissidents. It's the same here, I guess, until late 1980s. И тема депортации была закрытой, ну, за исключением небольшого кружка интеллектуалов и историков, вплоть до 80-х годов.
54-55 deportees are being released from their places of deportations. And they are allowed to return to Lithuania at about that time as well. And about 50,000 did not return to Lithuania at all. Освобождение депортированных началось в 54-55 году, и в промежутках с 50 по 60 большая часть депортированных получили разрешение на то, чтобы вернуться на родину, однако из них порядка 48 до 50 тысяч в Литву не вернулись по разным причинам. И это... Well, and they talk about this as the great loss of the nation. И, разумеется, вот эта цифра, к ней часто возвращаются, когда говорят о тех потерях, которые потерпела нация за время советского владычества. 150,000 people were Lithuanian resistance fighters, as that's how they are called officially in Lithuanian history, were partisans or forest brothers, or political prisoners deported to Gulag. And these processes, deportations and of civilians and deportations of partisans were interconnected because civilians got deported for helping partisans. Sometimes they didn't have a choice. And partisans ended up living with them in Gulag. Общее число депортированных складывается не только из непосредственно лесных братьев, но и из тех, кто из гражданского населения, которым в той или иной степени оказывали им какую-то поддержку, или их действия были расценены советским государством как таковая. И, разумеется, все эти процессы депортации были друг с другом тесно связаны, потому что, с одной стороны, преследовалось движение непосредственно подпольщиков, а с другой стороны, обыкновенные гражданские литовцы, которые... так или иначе как-то оказывались в это втянуты. So this is a deportation sites, and they're a bit different from what I saw in the Gulag Museum here in Moscow, which has just the major deportation sites on the map. Это карта основных точек, куда высылали литовцев, и она несколько отличается от того, что я видела в музее Гулага здесь неподалеку. Она более подробная, что важно. And the next slide is about how this becomes so prominent and important in Lithuanian history. So June 14, 1988 were first commemorations of 1941 deportations by the Lithuanian Freedom League. This was a radical political movement. At that time, they were the ones who first raised a tricolor flag. С этого слайда начинается наш разговор о коммеморализации и увековечении памяти о депортациях. И первыми эту инициативу во время перестройки подняла праворадикальная Лига Свободы, которая в первой на публичной демонстрации подняла литовский триколор, который был символом вежмоенной Литвы и стал впоследствии символом суверенитета. And during the Sąjūdis movement, which was Lithuanian perestroika of 1988-1990, the idioms of remembering deportations through suffering were established. И впоследствии развилось движение Союзис, которое было в каком-то смысле частью перестройки, и именно в этот период память о депортации стала увековечиваться уже в календаре. Well, first they started to speak about them in the context of re-evaluation of Stalinist crimes. Разумеется, сначала разговор пошел просто о переоценке наследия преступлений сталинизма. И, Marcinkevičius wrote, who was a very famous writer in Lithuania and had the authority to speak for everyone else and was listened to. So it's important that he published that material. He published the first by Dalia Grinkevičiūtė memoirs on what happened in Trofimovsk. И одним из наиболее
громких голосов того времени был голос писателя-публициста, известного, одного из наиболее известных того времени литовских публицистов Юстинаса Марцинкевичуса, который опубликовал свои мемуары о высылке в Трофимовск. Grinkevičiūtė was deported at 14 with her mother, and she survived one of the most terrifying winters of 1942 and 1943. Grinkevičiūtė была, я прошу прощения, она была писательница, разумеется, не писатель. И она была депортирована в возрасте 14 лет в Трофимовск вместе со своей матерью, и они вместе там пережили одну из самых страшных зим 42-43 года. Потому что важно понимать, что Трофимовск расположен на 800 километров севернее Северного полюса. Mm-hmm. То есть не Северного полюса, а Полярного круга. Mm-hmm. Спасибо. According to Grinkevičiūtė, every second deportee died that winter. Mm-hmm. And her memoirs listed all the names to commemorate them. So she wanted and she tried to remember everybody who died that winter in order to commemorate these people. Согласно ее мемуарам, в ту зиму умер почти каждый второй депортированный, и в ее мемуарах содержится некоторый перечень имен людей, которых погибли, потому что она хотела, чтобы память о них сохранилась. Well, she speaks about piles of corpses, children, small corpse skeletons, starving and suffering from diseases, people, and children committing suicides, and these are just a few realities in Trofimovsk. Она говорит о горах трупов, о детских скелетах, о людях, которые страдают от болезней недоедания, детях, которые совершают самоубийство, и все это является просто фактурой каждодневной жизни в зимнем Трофимовске времен высылки. Well, in the beginning, and in her story, actually, she speaks about all kind of different nationalities. Later, this story about suffering becomes nationalized. It becomes connected to Lithuanians. So it's Lithuanians who suffered rather than following the Soviet discourse, all kind of different nationalities. Ее мемуары начинаются с обыкновенного дискурса, который исполнялся в том духе, что в Трофимовске страдали одинаково представители различных народов, но с течением времени в книге все меняется, и она начинает все более и более фокусироваться на теме страдания именно литовцев. В этот момент происходит как бы такая своего рода национализация страдания. So her story becomes classic to be read, republished, copied, and it's a text that others kind of try to align with when they write their own stories as well. Этот текст получил, разумеется, большую популярность, был многожды переиздан, перепечатан, экранизирован и в дальнейшем сформулировал, так сказать, сформировал направление, в котором развивался дискурс о депортациях. И, and there is an English book based on this story, and now they are building a movie. You could see a photo of that movie right here. It's being screened and it's going to come out very soon, and it's with Hollywood actors in it. Ну, вот как вы видите на слайде, есть постер будущего фильма, основанный на этих мемуарах, и его снимают с известными актерами в Голливуде и так далее. Well, in the beginning it was a grassroots movement, later it becomes co-opted by the state. So now there are all kind of multiple institutions involved who help to rebuild monuments, fund memoir writing, collecting stories and so on. Изначально это было низовое движение, движение активистов, но постепенно оно было, так сказать, перехвачено, институализировано государством, которое централизованно занимается установкой памятников, мемориализацией мест памяти и поиском мемуаров и источников по теме. The major institution was, which is the second line here, the Genocide and Resistance Research Center of Lithuania, is funded by the state. And the main museum, the Museum of Genocide Victims, and here primarily they mean Soviet genocide. Lithuania subscribes to that double genocide notion
and is criticized for that, of course. Одно из главных исследовательских центров, который занимается этим, является Центр исследования геноцида в Литве, который финансируется литовским государством непосредственно. И, разумеется, речь идет в первую очередь о советском геноциде. И здесь как бы важно подчеркнуть, что действительно официальная повестка в Литве придерживается теории, не теории, так сказать, концепции двойного геноцида, за что, в общем-то, регулярно подвергается критике. Да, да, музей этот советском геноцидом. Да, музей, музей разумеется, советского геноцида. It explores Holocaust as well. Now, according to the other important issue is according to the Lithuanian Criminal Code Article 99, genocide refers not only to national, ethnic, racial, and religious groups, as is in the United Nations Convention, but also to social and political groups. So it has a different law regarding those issues. И в литовском законодательстве закреплена норма под номером 99, что термин «геноцид» относится не только к уничтожению людей, основываясь на национальном или этническом, или расовом, или религиозном признаке, но, как это закреплено в конвенции ООН, но и основанный на социальном или политическом признаке. There is also another law, the Criminal Code Article 1702 of 2010, which criminalized public approval of crimes committed by the USSR or Nazi Germany against the Lithuanian Republic or its residents, as well as denying or grossly diminishing such crimes. В Уголовном кодексе Литвы 2010 года появилась законодательная норма 172, которая делает незаконной публичное одобрение советских преступлений в той же мере, в которой криминализовано одобрение преступлений нацистов. И под этим подразумевается не только само по себе как бы одобрение, но и преуменьшение масштаба репрессий. There is also kind of a small correction there. They say it has to be public and it has to be threatening or offensive. It's not just, you know, scholars still can write books, critical books. Но при этом это не есть некоторый запрет на всякое выражение, а скорее это запрет на публичное выражение. И это означает, что публичное и агрессивное выражение, которое направлено на разжигание, так сказать, ненависти, как бы у нас сказали, наверное. Но это означает, что как бы исследования профессионалов на эту тему и публикация книг на эту тему никак не ограничивается этим законом. Now I will show some photos from the Museum of Genocide Victims, which emphasize suffering, hard work. They also emphasize death of children. They also speak about survival as well. And the museum builds a story that through that suffering we came to our independence. So that. That's what I argued in my other article on the museum. So you вот, can see. На этих слайдах я покажу вам часть экспозиции музея, Национального музея геноцида, который фокусируется на теме страдания и на теме того, особенно страдания детей, и на теме того, как это сформировало саму идею независимости Литвы и как это формирует некоторые, что ли, корпус жертв и страданий, которые были понесены литовцами во имя независимости их страны. Перевозка была still, да, это тела из Сибири, из Сибири они перевезли, и это было в 89-м году. В 89-м. Да, 89.
Там даже написано, да. Да. Это еще это комсомольский, как она, Communist Youth Organized. It was still communist organizations in place at that time. And there are lots of all kind of monuments in the places of death or in the places of torture. Ну, помимо музея, разумеется, существует множество монументов, которые прикреплены, топографически прикреплены к местам, в которых происходили захоронения, или в местах, в которых происходили пытки или тюремные заключения. And Lithuanian historical discourse is pretty much straightforward. It is about occupation, it's about the loss of our freedom, and those who helped were collaborators. И, в общем, литовский исторический дискурс публичный более-менее прямолинейно в этом смысле устроен. Он устроен, как фокусируется на теме советской оккупации, а те, кто, собственно, этому режиму советскому помогал, считаются в нем коллаборационистами. One more or last thing to, when I speak about the institutionalization of suffering is how the suffering is represented on those monuments. И одна из тем, которой я посвящаю свое исследование, это то, как именно изображено страдание в этих монументах. So it's very common that you see anthropomorphic and religious figures, and according to Etkin, who did the research here in Russia, it's not the case in Russia. И я хочу обратить внимание на то, что, как правило, тематически доминирует антропоморфное изображение или религиозная тематика. И согласно исследованиям Эткинда, который исследовал ту же самую тему, как пластическое изображение скорби и репрессий, в России это не так. В России в меньшей степени памятники антропоморфные. Well, Etkin speaks about all kind of monsters in the case of Russia, or but not humans, not religious figures. С точки зрения Эткинда, как правило, в этой области доминируют изображения чудовищного и монструозного, но не человеческого или абстрактного. And this is a citation from Etkin: "A bare, senseless life in the camp is easier to reimagine as a sacrifice to the nationalist cause." Which is the case of Lithuania. Ну, здесь на слайде, собственно говоря, есть этот текст, цитата из Эткинда, что пустая и бессмысленная и чудовищная жизнь в лагере гораздо лучше подвергается анализу и рефлексии как жертва в пользу какой-то националистической идеи, чем что-либо еще. Of Russia, well, in Russia, the imagining of meaningless suffering requires non-human abstract or monstrous symbols. At the same time, it is sacrifice for civilization. В России, напротив, идеи бессмысленного страдания, наоборот, рационализируется в пользу какого-то нечеловеческого и не националистического образа, а скорее в сторону жертвы в область, жертвы в пользу цивилизации и человечности как таковой, парадоксальным образом, если я правильно понимаю. Well, and this is used in political discourse, of course, so this is a quote from the president's speech: "Our independence was gained through the blood and sacrifice of the Lithuanian people. No one has the right to threaten it. And only we will decide our fate. So that suffering is used for legitimacy. It's also about recognition. They claim recognition internationally and also emphasize that suffering. And it's the important part of history and official history and memory. Таким образом, в Литве некоторое постоянное возвращение к теме страдания является частью официального дискурса, официальной риторики. Например, президент страны заявил, что в одной из своих речей говорил о том, что наша независимость была завоевана через кровь и страдания нашего народа, и никто не имеет права угрожать этой независимости, так как только мы имеем возможность решать нашу будущую судьбу.
And I will turn now to a village where I did research since 2004 and interviewed people about post-Soviet transition, but also about post-World War II history. А сейчас мы вернемся как раз в ту самую деревню, с которой лекция начиналась и где я исследовала тему послевоенной памяти и военной памяти о страданиях и о том, как эта память менялась с течением времени. So the question is, how do people remember that time? How do they remember partisan resistance? How do they remember deportations? Did they suffer? What do they say about suffering? Таким образом, главный вопрос – это не только, что именно люди помнят об антисоветском сопротивлении, не только, что они помнят о депортациях, но и то, как они ощущают и переживают это страдание. Как они говорят про страдания. И как они о нем, как о нем говорят, и, как оно воспринимается абстрактно на данном этапе. Это только цифры, сколько там было партизанов и сколько семей было депортировано. Вот на слайде показано, что из этой деревни всего было 6 партизан, которые погибли в этой деревне, 4 погибли в окрестных лесах, 10 партизан, собственно говоря, все они были родом из этой деревни, и из этой деревни 3 семьи было депортировано. Да, это было... 100 человек там, это 10, это другие 10. А, это другие 10. Да, ну кажется, что это то же самое, но другие 10. So in this village they actually use the official rhetoric on their grave sites. For example, they say on the grave they write for homeland and for freedom. И это специфическим образом эта память отражается и на кладбищах, потому что люди, которые там похоронены, на их памятниках написано, что это, что они как бы за свободу и за родину. There are also monuments that were built by people themselves, and you could see what they write on those monuments and how they interconnect with that history. Также существуют отдельно стоящие монументы, которые воздвигаются активистами. И вы можете посмотреть вот здесь на слайде, собственно, пример текста, который на такого рода стеллах или других моментах пишется. Это, ну, хорошо. В общем, текст более-менее предсказуемый. Мне кажется, нет нужды его переводить. Есть эти graves with relatives brought back from Siberia. This is not the village people. It's a different example. Ну, отдельно существуют могилы перезахоронения, вы имеете в виду? Да. Отдельно существуют перезахоронения людей, которые останки которых были перевезены из Сибири обратно в Литву их семьями. This is in the old cemetery, so this monument was built for a partisan earlier, and it says tragically died. You probably don't see. И далеко не все такие кладбища можно назвать старыми. Например, вот здесь на слайде изображена могила партизана, которая, в общем, была установлена очевидным образом довольно недавно. As I was told in Soviet times, there was no grave at all, because they couldn't build graves for partisans. Мне говорили о том, что в советское время не было вообще никакой могилы, потому что это было просто запрещено ставить такие могилы партизанам. At the same time, partisans and those who are called, who were on the other side, who supported Soviet authorities, are buried side by side. При этом те, кто сопротивлялся режиму, и те, кто с ним сотрудничал, оказываются на этих кладбищах, разумеется, похоронены бок о бок. Ну, вы, наверное, видите там такой... gravestone that looks like black, and there is flower right behind the one that you see. Ну, если вы приглядитесь, то увидите, что вот прямо за этим камнем что прямо за этим камнем
есть другая могила с цветами, и вот она. Вот она. Там, if you look at it, you don't see, of course, what it says, but it's in Lithuanian. It says that that person was killed at the hands of bourgeois nationalists. So this was put there by the state, and this guy was killed by a partisan. Now they replaced. И вот если вы обратите внимание на, эту, на этот камень, на нем по-литовски написано, что покоящийся здесь человек был убит буржуазными националистами, и действительно камни расположены в непосредственной близи друг от друга. Да, они в этом самом же месте. Но теперь, если мы вернемся, вы видите, что этого камня уже нет. И только недавно они поставили другое без этого буржуа национализма. Но он был здесь в 2004 году еще был там. Did I say in Russian? Yeah, you just say this in Russian. Well, around that place there are all kind of bunkers and crosses built to commemorate people who died resisting Soviet forces. И, ну, помимо этого, существуют отдельно стоящие кресты или мемориализированные бункеры, землянки, которые тоже служат, в общем-то, более той же цели — увековечения памяти о партизанах. And the other one is just like in the middle of nowhere. It was just so hard to find it. It took me several hours. И вот этот вот, например, расположен просто в такой глуши, что и настолько далеко от всех остальных точек, что мне потребовалось несколько часов, чтобы его найти. It's also a place of a bunker and it's fenced. Да, это тоже бывшая землянка, который, ну, бывший схрон партизанский. Interestingly, there are some places where actually are remembered by people, but there are no official efforts to commemorate or clean those graves. So these are of Polish prisoners who were shot in this place, very close to the village. Есть несколько менее ухоженные места захоронений, которые относятся к польским военнопленным, которые были расстреляны недалеко от этой деревни. Вот один пример из таких, одного из таких захоронений. Well, now memories themselves. So what I showed really, you know, that you could see that in the village they really resonate their practices and their what they say, what they do, they replicate that official history. И в деревне, о которой идет речь, память и некоторые практики коммеморативные, которые там существуют, в общем-то, повторяют официальный дискурс. Но не все. Но не целиком, не полностью, да. Некоторые люди, да, но другие вспоминают совсем по-другому. Да. Я на русском языке тоже сказала. Мария, so she was the lady that I met in the graveyard. Возвращаясь к Марии, которую женщине, которую я встретил на этом кладбище, вот сейчас о ней пойдет речь. So she spoke about bandits, not partisans. She used the term bandit, which is the official Soviet term, for Lithuanian partisans. And she said she blamed her neighbor, who was at their house at that time when istrebitali came. Мария говорит о партизанах советским языком, использует слово лесные братья или бандиты, и не называет их, собственно, партизанами, как это принято сегодня. И мало того, винит в гибели своих родителей, своего отца, соседа, который в то время как... Был партизан. Когда пришли партизаны, тут некоторые так неувязочка произошла. Нет, он был партизан, а пришли истребители. А, и сосед был... Да. Извините. Значит, история такова. Давайте я просто расскажу, что я помню, как там было. Хорошо. История была такова, что когда этот сосед-партизан вышел из лесов, он, по всей видимости, зашел в дом Марии и попросил, значит, ночлега. У него было с собой оружие, и отказать ему не могли. Вот. Но довольно скоро его обнаружили истребители. Ну, то есть
НКВДшники. И он попытался убежать, но его ранили в ногу, схватили, а потом отца ее отправили в Сибирь, депортировали за поддержку, собственно, партизанского движения. And they were actually stripped of all their belongings that they had. She remembered black shoes that she, when she saw that истребители are collecting all the things in their house, she hid those shoes behind печка. No, they found them and they took her shoes as well. She was 7 at that time. Марии в это время было 7 лет, и она помнит о том, как НКВДшники буквально отняли у них все, что у них было. Она рассказала также о том, что, увидев, что, собственно, они буквально выносят свое имущество, она решила спрятать свои черные ботинки за печку. Но НКВДшники нашли ботинки, и ботинки тоже унесли. Well, so they became very poor, they had to live in hiding, not to be deported, and that was her страдания, her suffering. И ее история страданий, на самом деле, это история того, это история этой бедной жизни ни с чем в подполье, в попытках избежать депортации. Именно так она воспринимает страдания. Для нее страдания – это именно эта жизнь без всего. Elena, at whose grave I was, she was actually a liaison, although she never admitted that herself completely. She was somehow involved in the killing of the neighbor, and I showed you the grave earlier with that note, bourgeois died at the hand of bourgeois nationalist. Елена была настоящим действительно пособником партизан и была даже, и даже участвовала в убийстве того самого человека, чей могильный камень мы видели раньше, и на котором было написано «убит значит, буржуазными националистами». Какое-то она к этому имела отношение в то время. Но она, well, она не говорила, что она была как-то помогла партизанам. Она старалась все сказать, что она помогала тем партизанам, которые это сделали, не обязательно участвовала в этом, вы что имела в виду, кажется, да? Да, 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 не в этом не участвовала. Что, well, what she was claiming, she said that I did not suffer in Siberia, which goes so much against the official narrative. И интересным образом она утверждала, что в Сибири она не страдала, что крайне расходится с официальным нарративом о депортациях. She said we were very happy there. My friend joined us. There were Germans, there were others, and she actually got married to a German in Russia. Она говорит, что там в депортации к ней присоединились части ее друзья. Они были невероятно счастливы, встречались там с немцами, и один из этих немцев впоследствии стал ее мужем. So she spoke of suffering when she came back, rather than in Siberia. Она стала говорить, с ее точки зрения страдания начались после того, как она вернулась, а не во время ее жизни в Сибири. Да. Когда она вернулась, потому что все называли ее бандиткой. Ну там вы это сказали. Ну да, бандиткой. И well, in this, здесь она говорит, что они не понимали, как все было. Но было очень трудно вернуться в тот же самый поселок, где все там было, случилось все. Well, and the last story is of Anna, who, and you could see a Christ here with broken hands, and she said that истребители did that. Последняя история – это история женщины по имени Она. И вот здесь на этом слайде вы можете увидеть распятие, в котором у Христа отломаны руки. И по ее словам, это сделали, собственно говоря, НКВДшники. Well, her brother was in the forest, and she had to help him. Ее брат ушел в леса, партизанил, и она ему была вынуждена помогать. And as a result, her family suffered a lot from истребителей. И в результате от истребителей пострадала вся ее семья. Actually, she was the one who said there were
there was a good Russian who was an истребитель and a bad Lithuanian. И она рассказывала о том, что среди этих истребителей был хороший русский и плохой литовец. Да. И, well, she actually said about suffering that we suffered so much. She was not deported, and why we are not recognized. И она говорила о том, что мы страдали очень много, даже несмотря на то, что не были депортированы. Однако в современном дискурсе мы как бы невидимы. Трагедия Литвы, Латвии, Эстонии состоит в том, что разделило, в ту эпоху разделилось еще общество на два клана. Ведь когда Елена привернулась в свой родной поселок, от нее отвернулись все, я так поняла. Нет, не все. Не все. Не все, но некоторые говорили, что она бандитка, да. Это литовцы говорили? Да, литовцы. Да. Это литовская... Ну, я поняла. Литовская поняла. Да. Ну, я уже заканчиваю. А все, давайте, может... давайте вопросы, действительно, вот мы сейчас закончим, и вопросы, да, уже, наверное, после закончу. Этого, чтобы... Я только еще хочу сказать, что это страдание... Очень важно, когда люди говорят про себя, как они вспоминают. Например, Казимира, and I'll say in English, she said, we were not affected, we did not suffer. И важно понимать, что это страдание по-разному распределяется, потому что, например, одна из респонденток, Казимира, я правильно понял, говорит о том, что они не испытывали страданий как таковые сами по себе. Они не были субъектами этого. And she was telling me stories about how Nazis came, how Nazi planes almost shot her little brother, how they could just hardly saved him, how they burned other houses. And this was, you know, in the official history, this does not count as something that affects people, that they interconnect their lives with that kind of suffering. And as a result, she thinks only in terms of deportations and partisan resistance, and says, we did not suffer, we were not affected. И вот парадоксальным образом получается, что когда она рассказывает о истории оккупации, немецкой, она рассказывает о том, что были сожжены дома, что они с трудом спасли жизнь ее брата. Однако в современном дискурсе о страданиях, страданиями, субъектами страдания, в общем, считается только депортированной. Поэтому как бы получается, что она не имеет никакого языка публичного, на котором она могла бы рассказать об этой части своих воспоминаний, своих личных воспоминаний, и получается, что раз она не была депортирована, значит, она и не страдала. And, just the last conclusions, I would like to quote Jenkins, who said that persons in a situation of terror are not necessarily in a situation of distress unless the terror is represented as such. So distress is a particular stance, it's a position, it's an ideology towards your history and your own relationship to history, to surroundings, to community. И здесь бы я хотела процитировать в под конец уже Дженкинса, который говорил, что человек, находящийся в ситуации террора, не обязательно находится в ситуации бедственной, не обязательно находится в ситуации жертвы, позиции жертвы, если только террор не репрезентирован именно как собственно террор, потому что бедственное положение в данном случае – это скорее… скорее своего рода троп, да, надо бы такого своего рода конструкт. So in the case of Maria, we see that her suffering was interwoven with post-World War II terror in Soviet and post-Soviet times. So her standing on a road and waiting for her father to come back after World War II was as painful as it was to remember it. И страдания Марии, в общем-то, довольно глубоко переплетены с послевоенным террором и советскими временами, потому что ее вот это воспоминание о том, как она стоит на дороге и ждет отца, в общем-то, приносили ей такие, до сих пор приносят ей такие же страдания, как, собственно, тот момент, когда она стояла в ожидании. Спасибо.
And the official history recognizes suffering of deportees and political prisoners, but excludes other experiences and other sufferings as. Ну и таким образом здесь следует заключить, что официальная история, официальный дискурс признает страдания депортированных и политических узников, однако все остальные, все, любой другой травматический опыт на самом деле вытесняется из этого дискурса. Спасибо, спасибо, Семен, большое спасибо. Вопросы, если у вас есть, нет. Вот в порядке как бы уточнения я бы хотел спросить. Вот вы не могли бы вернуться к самому первому слайду вашему? Там, где вот статистика репрессий, где числа. Вот вопрос, знаете, у меня какой? Вот как соотносятся вот эти числа? Вот общее число депортированных 110 тысяч, да, которые там наверху слайда, и 150 тысяч, которые внизу слайда. Значит, это разные числа или 110 входит в число 150 тысяч. То есть, грубо говоря, их нужно суммировать, или это, значит, разные? То есть, входит ли 110 тысяч депортированных вот в число 150 тысяч, которые там внизу? Нет, не входит. Не входит? Нет. Нет, не входит, потому что 300,000 altogether are considered. Смысл в том, что общее число их 300 тысяч, и как бы отдельно речь идет о непосредственно партизанах и политических узниках, а отдельно считаются гражданские, которые депортировали. Да. Значит, вот с этим так понятно. Значит, вот то есть, скажем, 150 тысяч, которые внизу. Скажем, семьи участников сопротивления, которые были депортированы, в частности, в 1947 году, семьи не входят. Семьи входят в 110 тысяч, да? Мне надо посмотреть еще что-то. Не так здесь кажется. И, значит, и тут в связи с этим уточнением, с этим связан второй вопрос. Вот все же терминологический уже. Что входит в понятие депортации, потому что есть разные подходы. Да? Вот есть одни историки, термином депортация обозначают лишь один из видов репрессий, так? То есть массовое выселение гражданского населения. И не включают туда, скажем, аресты с последующим там осуждением и помещением в лагеря там по приговору, например, да, вот. А то есть как бы вот такое узкое определение термина депортации. А другие историки и даже скорее не историки, а публицисты, у них склонность и привычка как бы все виды репрессий называть вот этим одним термином депортации. И когда речь идет о числах, то тут довольно важно, ну, сказать, в каком широком или в узком смысле вы употребляете термин депортации. Но это не я употребляю это. Да-да-да, я понял, что вы там ссылаетесь на Анушавскаса, да, в частности. Да. Well, нет, так я скажу так, вот 110 тысяч депортированных, я, судя по числам, это означает, что термин употребляется в узком смысле. То есть это именно массовое выселение гражданского населения. Так? Да. Потому что это действительно 110 тысяч за этот период, там, с 41 по 56 год. Там, да, 17,5 тысяч в 41 году, примерно 49-50 тысяч в 47 году и там 33 тысячи вот, в порядке раскулачивания в 49 году, ну плюс там яговисты в 51 году, это как раз вот если эти числа, что я сейчас так вскользь перечислил, если их сложить, то и получается примерно 110 тысяч. Вот. Но вот что делать, вот как понимать эти 150 тысяч, тут я как-то немножко затрудняюсь, и поэтому вот... Нет, ну что я помню, я бы хотела еще посмотреть...
Ну, мне кажется, тут довольно важно обратить внимание на то, что действительно сказано «депортированы в ГУЛАГ». И это, конечно, по всей видимости, имеется в виду скорее осуждение и отправка на принудительные работы. Вот видите, вот тут есть противоречие. Да. Депортированы в ГУЛАГ. Если исходить из узкого значения этого термина, так, то в ГУЛАГ депортировать нельзя. В ГУЛАГ можно поместить людей арестованных, там, осужденных или даже без приговора, но поместить в лагеря. Так, а депортированные, вот массовые выселения, их, значит, помещали в спецпоселки, которые, как бы, ну, к ГУЛАГу они формально относятся, да, но это было отдельное управление. И режим содержания был все же совсем, ну, существенно различался. Лагерный режим и режим содержания в спецпоселке. Там были различия. Нет, ну... Да, но эти, они не... Well, these numbers are different. So the number that is usually used, it's 300,000. Yes, I understand. Mm-hmm. То есть эти числа нужно, так сказать, грубо говоря, их нужно складывать, а к 110 тысячам прибавлять 150 тысяч. Да. Да, понятно. Тоже вопрос про цифры, вот эти вот 50 тысяч, которые не вернулись, они погибли или они не захотели возвращаться в Литву, остались где-то в Советском Союзе? Да, остались. Да, отдельно есть отдельная цифра про... Нет, про, вот про смертность указана, видите, да. Там 28 тысяч погибших из числа 110 депортированных. А эти, которые выжили и не захотели вернуться? Да, они остались в России или в Сибири где-то. Так, а еще такой совсем частный вопрос. Вот та деревня, вот, в которой вы побывали и про которую вы рассказываете, как она называется и в каком она районе? Ну, я Жене говорю, как она называется и в каком районе специально. Потому что... поэтических... Поэтических законов тайны частной жизни, думаю, здесь вступил в силу. Well, because this is a political issue, so, you know, people, so they could speak openly. This is, you know, that's the requirement. I know that historians don't like that, because how can you then check what others are saying? But for anthropologists, this is, you know, our first ethic rule, you know, not to... to make sure that people, you know, do not have any problems with Если переводить вкратце, то здесь просто такой некоторый конфликт этических подходов историков и антропологов, потому что историки не любят, когда такие вещи умалчиваются, конкретные топографические названия, имена. А с точки зрения антрополога, человек, который работает с непосредственным информантом, он понимает, что этот вопрос политический и острый, может как-то повлиять непосредственно на жизнь человека, поэтому как антрополог Наринга предпочитает умалчивать об этом. Это ее, так сказать, этическая ее установка такова. Нет, ну понятно, я-то спрашиваю... Работал он. Я спрашиваю из любопытства просто. Да, из такого географического любопытства, потому что, значит, немножко приходилось заниматься разными районами, и в том числе, так сказать, и в Литве. Это юг Литвы. Вот. Это юг Литвы. Козлу Руда. Ну, юг. Вот, Козлу Руда. Козлова Руда. Вот, все, спасибо. Легко вас сломать, казалось. Я только сказала, Козлу Руда Woods is just a very, very big area, but you have a sense now. Да, пожалуйста. Микрофон. Какой угодно. Да, вот, пожалуйста. You say that in the 50s, at the end of 50s, I'll translate later, many of people who were deported could return home. And do you know how was it organized? Was it simply a permission, or they could get job, houses, and something like that? Вопрос в том, что многие разрешили вернуться, и хотелось бы понять, как это все было организовано. Они сказали, ребята, приезжайте, или им дали работу, дали жилье. Well, so that's what many people say. They say that it was just very difficult. We couldn't
Some of them had to return back to Siberia because they couldn't find jobs. They were called bandits, you know. They were stigmatized. They couldn't get education. Many of them could not return to the places where they left from, where they were deported from. Some had to find a place to live in Kaliningrad. They were not allowed to stay in Lithuania as such. И вкратце ответ на вопрос стоит в том, что отнюдь, конечно, не был простым процесс возвращения. Они приезжали в те места, где их называли бандитами, и никто не был готов их как-то организовывать их трудоустройство. Кому-то приходилось возвращаться в Сибирь, а кто-то уезжал в Калининград и оседал там. Это было бы преувеличением говорить о каком-то прямо, ну, в общем, в одном из нарративов, которые существуют, наоборот, в российской памяти. Одним из символов сопротивления, лагерного сопротивления, например, в ГУЛАГе являются, ну, не только литовские, латышские, украинские националисты, которые оказывали какое-то сопротивление в 50-е годы, ну, Норильское восстание, еще какие-то восстания. И это, в общем, такие небольшие точки какого-то героического сопротивления, но которые очень часто именно связываются с национальным движением, ну, с националистическим даже, mm-hmm. в каком-то смысле, да, то есть это те, которые были во время войны, после войны, арестованы как, ну, либо на оккупированных территориях, либо даже там воевавшие, ну, разные это все. Но просто насколько эта история героизируется, вот эти лагерные восстания советских последних лагерях, в смысле последних лет героизируются в... Но я почти не слышала, что бывает, говорят про это, но что это было такое публичное дискурс, так нет, этого нет. Ну, историки говорят про это, но я так не очень-то важно. В чем причина вот этого различия памяти и восприятия? Да, вот между Литвой, скажем, и Россией. Да? Ну, мы-то знаем, что у нас есть такая проблема, именно восприятие вот того, что называется сталинскими репрессиями. Да? И вот проблема, скажем, ну, попытки как-то забыть, замолчать, и вообще, так сказать, что все это ушло, и этого нет у нас в России. Да? А в Литве и в других странах бывшего Союза, и не только Союза, это по-другому. Вот эта память, да, mm-hmm. остается. Значит, вот я так понял, что вот ваш тезис, что причина в том, что, скажем, в Литве вот эти репрессии представляются, удается, есть возможность их представить как, ну, национальное подавление, да? Да. Вот. И, значит, а жертв репрессий, их страдания как вклад в становление, в национальное становление, да? И что вот, а у нас в России по отношению вот к тем жертвам репрессий, ну, русским и там другим национальностям, которые и сейчас в составе Российской Федерации, вот эта возможность представить сталинские репрессии как национальный гнет, национальное подавление и жертв, и страдания жертв как вклад в национальное становление отсутствует, что это и есть главная причина вот этого различия состояния памяти. Вот правильно ли я вас понял? Ну, я стараюсь понять, как это в России. Я вижу, что это по-другому, и что я читала, я тоже что это по-другому. Ваш вопрос, почему по-другому? Да? Вот как вы можете сформулировать ответ? Почему нет, по-другому? Это не ваш этот вопрос, не мой. Но мой вопрос был, как как-то люди, государства, как они uses emotional connections for also for political purposes. В России это Вторая мировая война, которая, наверное, занимает то же самое место, ну не то же самое, но такое важное место, как в Литве этот
Тут вопрос, по всей видимости, в том, что я переведу маленький кусочек, который был сказан по-английски, что на самом деле тема доклада прежде всего о том, как государственный нарратив использует эмоции как, как средство связи между людьми, как он их, грубо говоря, монетизирует в идеологии, и, по всей видимости, как бы в Литве эту страну точно так же, как у нас со Второй мировой примерно сейчас. Вот. Да, нет, но тут как бы, а меня это, значит, а мой вопрос связан как бы с другой стороны, а как люди это воспринимают? Вот ваши респонденты, с которыми вы разговаривали, вот, которые пережили вот эти депортации и ссылки, вот воспринимают ли они лично по отношению к себе это как акт вот, национального гнета и подавления? Нет, нет. Нет, ну это уже моя интерпретация, но они живут с этим, и я старалась показать, какие разные они считают, истории. Что вот меня выслали, там, я не знаю, на Лену, там, на рыбу и так далее, за то, что я литовка, и чтобы, значит, и чтобы литовцы не думали о своей национально-освободительной борьбе. То есть вот люди, вот те, кто пережили, они это воспринимают именно так, что я пострадал за... Многие, да. И я думаю, что многие... Вот те примеры, которые вы рассказывали, вот тех конкретных, значит, там далеко не все так воспринимали. Ну да, но я хотела показать, что не все так говорят, как говорят в этом официальной истории. Но тоже есть люди, которые мне сказали, это было очень интересно, но ну что ты спрашиваешь про Вторую мировую войну и послевоенный период? У меня нет, что сказать тебе. Я была депортирована, но я не страдала. И это значит, что нет мне, что сказать. И они как-то чувствуют себя, что у них нет такой истории, чтобы они могли рассказывать. Это тоже было так интересно, потому что только эти истории страдания, они получают публичность. А у меня было это тоже интересно. Но теперь уже есть works by historians who write about all kind of different aspects. Of course, they investigate all kind of different periods of deportations. And 1941, of course, was the most terrible because this was during the World War II period. Many sites were not ready, and those other deportations, 49, for example, it was already when people were settled. It was post-war period. Ну и сейчас, конечно, выходят более многосторонние исследования, в которых описываются другие аспекты. И, ну, в общем, одной из главных тем, конечно, сейчас является депортация 41-го года. Первая депортация, которая была самая страшная, не в последнюю очередь, потому что ну, вся остальная жизнь людей депортированных проходила уже во время войны, и им приходилось обживаться в местах, в которых никого не было. А более поздние депортации люди приезжали уж в места, которые были хоть как-то более-менее обжиты, в которых была какая-то, хоть какая-то инфраструктура уже построена депортированными. Такой вопрос. У нас в прошлом году была такая выставка «Разные войны» про учебники истории, как они указывают, как они рассказывают про историю 20 века, какие-то ключевые реперные точки в разных странах Восточной Европы, Германии, Польши, Литве, России, Чехии. И в фрагменты, литовская сторона подготовила фрагменты из литовских школьных учебников истории, в которых просто сравнили отношение к коллаборационистам, которые сотрудничали с немецкой оккупационной властью, и фрагменты с отношения оценок коллаборационистов, которые сотрудничали с советской оккупационной властью. И получалось по этим учебникам, что и то, и другое плохо, но сотрудничать с немцами ну, не так страшно, как сотрудничать не такое государственное преступление против литовской национальной идеи суверенитета, как сотрудничать с советским государством.
И мне было очень интересно, какая в этом может быть причина. Мне кажется, что дело не в том, что кому-то в Литве кажется, что немецкая оккупация лучше, а просто про немецкую оккупацию все понятно, все договорились уже, все известно. А с советской оккупацией продолжается разбирательство, продолжается разговор с современной Россией. С Германией разговаривать уже эту тему не актуально, не релевантно. А как вам кажется, я не знаю, знаете ли вы вообще, конечно, ситуацию с школьными учебниками, но если это... Нет, я не знакома, я тоже видела эту this exhibition, but I don't know those... textbooks that я видел выставку, но не видел текстов. No, well, I think you know that the way you say that, you know, this is a way to still to prove something and to engage with neighbors and kind of to reify and claim recognition. This is something that is important. That's why it is emphasized. Причина в том, что нужно что-то доказать соседям, которые еще не все поняли. One scholar called the presentation of in the Museum of Genocide Victims the excess of suffering. So everything is just so excessive to kind of emphasize, to say the point. And sometimes I think, in Lithuania there is that very strong discourse that our nation is kind of leaving Lithuania, that there will be no more 3 million very soon. I sometimes think, you know, about kind of Native American discourse. There is, and then it's easier to understand why there is that kind of inflation of some things in historical narratives in this country. Да, спасибо большое, Ирина, за доклад. У меня вопрос такой. С твоей точки зрения, чем отличается литовский нарратив страдания от, скажем, эстонского или латвийского нарратива? Потому что, на мой взгляд, они довольно сильно похожи друг на друга, и можно даже сказать, что это общий тренд во всех странах Восточной Европы и постсоветского пространства. Есть ли какие-то особенности внутри литовского нарратива? I try to figure it out all the time, you know, how is it similar or different from other Baltic countries. So with Latvians it seems that it is similar. But in Lithuania, it's kind of more emphasized, and some attribute this to Catholicism and Polish influence. I don't know, but I asked about these questions. Sorry. Меня очень волнует этот вопрос, я регулярно задаюсь, и мне кажется, что в большой степени можно действительно говорить о том, что в Латвии и Литве они схожи, но в Литве некоторый упор на страдания больше, и, возможно, это имеет смысл в том, чтобы связывать это просто с католической культурой и, в общем, таким более глубоким влиянием Польши, которая, как всегда, более заинтересована во всяком таком страдании. Но в Эстонии it's a bit different story, I think. And some scholars, they find a specific date when they say, you know, then they started emphasize suffering. Others say it's still not emphasized so much. It exists in personal memoirs and narratives as it exists here, but it's not so public. В Эстонии наоборот нет какого-то такого уверенного ощущения страдания в публичном дискурсе об истории. Одни говорят, что вот в этом году появилось, другие говорят, что нет, не появилось, и как-то, по всей видимости, это еще не окончательно сформировалось, именно этот аспект. In Estonia, I was so surprised to see their ironic take on their history. In the KGB museum, in Viru hotel, and also in the occupation museum. In the occupation museum, it's not so ironic. In the history museum, it's also ironic. But in the occupation museum is being recreated into the Museum of Freedom, so they are switching to a very different concept.
И в Эстонии вообще гораздо больше самоиронии на эту тему. Например, музей политических репрессий в данный момент мутирует в музей свободы. И вот этой самоиронии, которой в некоторых музеях, больше в некоторых музеях меньше, тем не менее, существенно интенсивно отличает весь этот дискурс от литовского и латвийского. Как интересно, я довольно часто бываю и в той, и в другой, и в третьей стране, но я не антрополог и не социолог, но мне просто кажется, что Литва стоит очень особняком и за политическим причинам, и за отсутствие проблемы или гораздо сменьшенной проблемы русского населения, граждан, не граждан, и вот этой проблемы, которая имеет большое значение в Латвии и Эстонии, и которая связана все-таки вот с этой всей памятью и репрезентацией и как-то упоров, каких-то точек опоры вот этой памяти. Поэтому мне как раз казалось, что Литва стоит именно Литва в этом смысле стоит отдельно, а не Латвия, а не Эстония. Но это просто по разным параметрам, если мерить, конечно. Ну да, по этническим параметрам. Да, отдельно, но это, наверное, не связано, наверное, не знаю, потому что не совпадает, как они относятся. Нет, но просто вот это отсутствие проблемы людей, лишенных гражданства в Литве. Когда я понимаю. Да? Ну, что я хотела сказать, если мы посмотрим на историю Литвы, то, наверное, Литва была такая репутация, что была более националистическая, да, и более радикальная, чем Латвия и Эстония. Наверное, мы можем как-то... Ну, это интересно, с одной стороны. А с другой стороны, в Латвии было 40% оккупантов, в Эстонии было 20% оккупационного населения, русского населения, да, а в Литву всего 6%, благодаря Снечку. Больше. Теперь 6. Было больше. Да, было больше. Теперь 6. Нет, больше было. Вот именно оккупантов, не русского населения, которое осталось, а именно оккупационного, нового, которые приехали советизировать Литву. Да. 6%. Да, таких вроде бы было 6%. И мне кажется, это очень большое накладывало какую-то... Слушай, для нас ключевой вопрос – это вот различие отношения к сталинизму и к тоталитаризму у нас в России и все другие. А как вы думаете, почему? Но этот вопрос я бы хотела бы иметь ответ. Вы здесь живете, мне тоже интересно. В частности, это не единственное объяснение, с моей точки зрения, но одно из важных объяснений, что вот во всех других странах, я про Польшу там в основном имею в виду, что вот это сопротивление режиму, оно воспринималось, а сейчас еще это усиливается вот в нарративе, это восприятие, как национально-освободительное движение. В первую очередь. Не борьба за права человека, а за вот национальное становление, за отстаивание суверенитета. Это, значит, и вот, и такой аспект довольно трудно применить у нас в России. Да? Вот этот самый. То есть сопротивление режиму было актом патриотизма. Вот у нас довольно трудно народу представить, что вот диссидентское движение, что это были самые, так сказать, что это был акт патриотизма, так, например. Да? Вот. Именно этот аспект, он и сейчас вовсю эксплуатируется. В значительной степени это так и было. Но мне кажется, что сейчас именно этот аспект вот национально-освободительный и вот то, что это был акт патриотизма, он все же несколько преувеличивается. Вот так бы я сказал. Да. Я хочу добавить, что мы до сих пор расплачиваемся за ошибки, совершенные советским правительством в 30-х, 40-х, 50-х годах. И нынешнее руководство страны не сделало выводы, судя по средневековой политике нашей сейчас страны. Спасибо за это заключение. Ошибки – это одно, а преступление – это
Ну, преступление, да, вот ошибки, преступления нельзя было присоединять к Советскому Союзу Прибалтику, страны Прибалтики и Червону Русь. Об этом еще писал Солженицын. Ну, да. И Львов нельзя было присоединять. Спасибо большое, Неринга, за интересный доклад и разговор. Спасибо большое, Семен, за медиацию между нами. Спасибо большое, Харрисон, тоже за медиацию, за приглашение, за идею. И спасибо большое всем остальным. Ну и мы надеемся когда-нибудь продолжить разговор вообще. Я постараюсь на русском тогда. Да, и надо сказать, что ваш русский лучше многих из нас.